некотором царстве, в некотором государстве жили-были три девицы. Яркие, творческие, талантливые. В Голицынском культурно-досуговом центре прошел фестиваль малых театральных форм, а имя королю – театр. В праздновании Международного дня пожилого человека приняли участие творческие коллективы из Одинцова, Голицына, Звенигорода, Краснознаменска, Можайска и Наро-Фоминска. Обширная программа включила в себя театральные постановки, вокальные и танцевальные выступления. География у нас сегодня очень обширная. Ну и театральные постановки тоже очень разные, разного направления, разного жанра. Вот сегодня смотрим, наслаждаемся. Глядя на сцену, сложно поверить, что большинство актеров не выходили на сцену, пока не стали посещать театральные студии в клубе «Активное долголетие». Расскажите, какие новости в Москве? Да-да, поделитесь с нами. Новостями. Разноплановые постановки затронули основные темы: Великая Отечественная война, вечная классика по мотивам рассказов Чехова и пьес Островского, а также юмористическое прочтение Пушкина. Я ли на свете всех милее, всех румяне и белее, а ей зеркало в ответ. Ну что ж ты страшная такая, ты такая страшная. Участницы Можайского клуба «Беседа» – самые опытные артисты. В их репертуаре не только театральные зарисовки, но и танцы, а главное – все исполняется с юмором. Театральная труппа выступает уже 17 лет, состоит из 10 артистов и хореографа. Они легки на подъем и готовы к любым экспериментам на сцене. А инициаторы все. Мы все, вот и она нашла сценку, принесла, уже знает, кому какую роль дать. Мы же все на виду столько лет вместе. Нашла сценку и говорит, вот это, мы не против, мы взяли и пошли на сцену. На сцене главная харизма. Зритель тонко чувствует настроение. Чем ярче эмоции, тем насыщеннее послевкусие. Поэтому репертуар у труппы самый разнообразный, и выступают актеры достаточно часто. Хотя любовь зрителей и плотный график выступлений – не предел мечтаний. Впереди у них много творческих планов. Не знаю, мне хотелось бы большой какой-то спектакль сделать, но пока еще задумки. Задумки. Пока задумки. Елена Краева, Виктор Николаев, телекомпания «Одинцова».